евразийской группе на телевидении посвятили целую телепередачу. Итак, внимание на экран! Добрый день, уважаемые любители живой евразийской природы! Сегодня мы расскажем о том, что обычно скрыто в густых зарослях отчетов. Здесь уже расположился охранник Тарлан Security. На первый взгляд он абсолютно безобиден. Но попробуйте забыть дома пропуск, и вы узнаете, что именно охранник – это царь зверей. А вот управление ремонта борется с неполадками. На первый взгляд они ничего не делают. Но поверьте, они по уши в работе. А вот молодой павлодарский сотрудник опаздывает на селектор. На дорогах пробки, и он решил срезать прямо по Иртышу. А вот сотрудник вышел из кабинета после совещания. И судя по некоторым признакам, его там сильно ругали. А вот в офис сообщили о срочном визите руководства. Началась паника, собралось срочное совещание. Одного на всякий случай уволили. А вот молодой сотрудник, идею которого одобрили на фабрике идей. Он очень гордый, но с таким хвостом главное взлететь.